Привет всем любителям тяжелой электрогитарной музыки. В этом видео мы с вами разберем мое произведение Metal Corn. Начинается с рифа тональность ми. До диез соль. Дальше. Ре ми. Повторяем. Дальше идет. Здесь я играю на второй струне. Второй лад, и на третьей струне четвертый лад, и третью струну я подтягиваю на тон. Итак. Так, последняя фраза. Ми, соль, соль, ля, ми, фа, диез, фа, до, и сначала, и получается. Соло начинается с глисса, не обязательно брать какой-то ноты. Просто делайте на третьей струне шестой лад. Дальше идет секвенция. Секвенция играется: первый удар медиатором, остальное мы играем хаммер. Потом идет тоже секвенция с випом. Играем все три струны. Делаем глиссант. Дальше я делаю глисс на второй струне к 11-му ладу. Подтяжка. Дальше переходим в пентатонику, в соль минорную. И стандартные блюзовые крутилки, вертушки. Следующий прием — тейпинг. Берем на третьей струне открытую ноту. Следующая часть, такая она как бриджевая, мостик между частями. Чуть-чуть прибираю громкость, чтобы звук был более прозрачный. Медленно этот нисходящий пассажик.
получается. Выкручиваю громкость обратно. И подтяжка. И нисходящий пассажик. Еще раз. Опять очень люблю глиссы. И здесь я играю чикен-пикен, медиатор и палец. Получается. И дальше идет обычтение медиатора и пальцев. Следующая фраза. Играю через открытую первую струну. Вторая струна открытая. И нисходящий пассажик. Удачи вам в занятиях!